Следующий Все. Бой. Swinger Fire играет с King Power. Swinger Fire, повторяюсь, Swinger Fire играет. Брэдос, женись уже наконец. Я еще не развелся, если что. Так что некуда. Ой. А, ну да, Кенши, как это необычно. Да, это очень необычно. Супер сильный игрок против Сегодня супер... Сегодня будет это, персонаж? Да. Которого супер, не ожидаете, да. Который его второй персонаж. О, пробило броню. Красота. Так, это наказывается. Я бы понял, если бы сейчас там раз и, допустим, не знаю... Герас. Да, вот Герас как там стоял. Да, он нам еще покажет Гераса, наверное. Или там Скорпион какой-нибудь. Да. Он на Скорпе вроде бы не умеет играть. Ух ты, Серега прям вошел во вкус. Вау. Вот это да. Японский ядерный взрыв. По-моему, он посмотрел этого. Секандера? Секандера, да. Секандера. Секандера. Секандера, ты по утрам. Да. У него, оказывается, инста тоже есть, я как-то раз смотрел. Но там ничего путного нету. Блин, не смог нормально отменить это. О, брейк. Подкат к хамелеону. Так, лоу. О, наказывает облок на 210 аж. Круто. Ой, поймал как красиво на интере. Так, так. Лоу. Ой, как хорошо делать, Серега. Вау, вот это миксы. Ай, наказуема. Так, что это будет? Не попал. Ой-ой-ой, лоу проходит. Так, матчпоинты у каждого из игроков. Я что-то не совсем понимаю, а зачем Кенши этот Кун Лао? Да, кстати, обычно он берет Саб-Зиро. Тут ну, он... там одно из трех. Либо ты берешь ниже нуля и при попадании достаешь меч, либо ты берешь этого... Кана или Сайрекса, и тогда ты даже в блоке берешь, достаешь меч. Угу. То есть ты там вызываешь какой-нибудь Кана, и пока он там шаром летит, ты из блока достаешь меч. Ну да. Противник блокирует, пока Кана летит, ты меч достаешь. И ой, начинается вот эта мясорубка. Так, очень ответственный момент сейчас. Что будет? Осторожно. Ой, молодец, прочитал. Осторожно, осторожно. Уф, пробил все-таки в конце. 1-0 в пользу Кинга. Ой. А я сейчас сразу поставлю. Окошко открою, буду сюда писать. А, это, кстати, удобно. Так, я в АФК? Да. А ты сейчас опять апперкотами будешь получать. Так, как я понял, Кинг пытается играть без Сенто против Сабыча Сереги. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, хочу заметить очень красивый скин у Саб-Зиро. Такая металлическая маска. Красивый стайл. Да, комбинации уже не такие очень большие, крутые с дамагом, как обычно от Кенши, но нет, все равно неплохо, неплохо. Swinger Fire прям вот... Ну он да. Он точно прям секандер насмотрелся. Да. Ой-ой-ой. Хорош.
Так, чуть-чуть хп остается. Ах, лоу проходит. Ой, 9 хп, 9 хп. И зонинг в конце пробивает. Нормально, нормально. Так, Серега, молодец. Так, оверхед двойной. 2-1 заморозка. Еще раз, 2-1. Ой. Эту штуку он научился делать. Потому что он мне говорил, что он, что ему сложно статую сюда вставлять. Он 1-2 нажимал обычно. Да, кстати. Все, теперь он статую вставляет. Так, хорош, хорош. Ах, тут можно было наказать, но... О! За 2. Breakaway. Так. Хорош наказал. Через... Через спешл усиленный. А, сейчас накажет. И ФБшечка залетает. Так, нажимают кнопочки. Так, все равно урон хороший. Почти 40%. Ой, тут можно было забить. Блин, и просто да. Захват. Неплохо. Там такую сейчас фигню можно было... Ну, у меня то же самое было. Я же один бой я точно проиграл. Я вызвал Камелеона. Сделал серию. Еще раз вызвал Камелеона. И дальше начал нажимать серию, а у меня вообще другая серия нажалась. Да, бывает. Может быть, немножко... Я жал вперед 4-1-2-1. Но и вместо этого вышел просто пустой 1-2. Ай-яй-яй. И это такой полёт был. Да, понимаю тебя. Ах... Захват не удался. 26 урона только было. Из-за броска. Хотя там облок даже был, значит, усиленный. Не, ну вот в этом, кстати, тоже сложность играть с Кенши. У него удары на полэкрана. Ну да, вот да, ты, есть вот такое. Вот ты что с ним будешь делать? Ну да, еще ты отталкиваешь. За счет саба он только можешь вперед... назад вперед 2 только, если сделать. Ну так. То есть Кенши просто назад 2-2. Ой, не назад... Как уж там... По-моему, вперед 2, нет? Вперед 1, что ли, или вперед 2, как он там... Да, там наверное, размах большой такой, крутой. Так, у нас а что, 2-0? Вперед 2-2, наверное, да? То есть вот это вот 2-0. Да, мне кажется, да. Кстати, у нас в следующем раунде встретится Крейн и Привер. В следующем раунде у нас вообще должны встретиться Михаил с китайцем. Ну, так-то да. Поэтому... Китаец, ты там готов? Так, очень активно. Так, накажет, накажет. Ой, хорош. Ой, все-таки прочитал и сделал просто броню и забрал раунд. Неплохо, неплохо. Так, оверхедик. У нас тут аж два оверхеда случилось. Один игрок оверхед, а другой, который делает оверхед. Так, брейкауэй. Ох, неплохо. Но не закомбил. Так, хороший миксап так-то. То снизу, то сверху. И антиэры хорошо идут. А, не смог закомбить из-за шляпы. Кунлау. Так, что тут будет? Ой-ой-ой, комбал. Ой-ой-ой, это что, смерть, что ли? Да ну. 3-0 получается. В пользу Кинга. А, все, 3-0, да? Да. Да, Кинг молодец, без Сента справился на ура. Жесть, за это, ребят. За это респект, молодец. Респект Сереге, он вообще четко бросал меня, жесть, я бы вообще рвать не мог ничего. Серега вообще зверь стал, на самом деле.
Кинг, это мы вот тут Брэдес такое предположение сделал. Ты типа решил себе устроить такое испытание, играть без мяча? О, как же вам объяснить вообще? Это меня Крейн жестко все подосрал. Короче, я на стрим собирался только так играть. Я смотрю, он в чате пишет, я думаю, блин, походу придется реально без Сента здесь играть. Mm-hmm. Вот и сыграл. Так-то я собирался с духом играть. А при чем здесь Крейн? Ты, как бы, тебе же никто ничего не запрещает, ты берешь и играешь. Ну, у меня свои эти. А что это? Кто выйти должен? Серега, Серега, выходи. Просто я написал 2 минуты назад, вы за 2 минуты управились. Поэтому давайте, наверное, тогда, пока они молчат, Крейн с Привером сыграют, если они здесь. Вы здесь? Никита, Стас, Ген, Торбо. USB Production. Хотя у кого я спрашиваю, меня смотрит один человек.